ЧП на аттракционе «Веселые горки» в парке культуры и отдыха в Новом Городе закончилось возбуждением уголовного дела. Напомню, происшествие случилось 18 июля. Во время движения карусели декоративный элемент ее первой кабинки зацепился за ограждение посадочной площадки и отлетел в сторону. В этот момент на аттракционе находились дети. В результате ЧП никто из них не пострадал. По итогам прокурорской проверки возбуждено дело по статье 238 Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Одной из причин происшествия явился ненадлежащий осмотр аттракциона перед началом его эксплуатации уполномоченными на то работниками. Эксплуатация объекта приостановлена. Наиболее строгая санкция данной нормы уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Признаки того же преступления прокуратура выявила на светомузыкальном фонтане на набережной Тукая. Здесь был зафиксирован случай падения ребенка под решетку фонтана. По версии следствия, это связано с неисправностью лотков сооружения. Вопросы безопасности на развлекательных объектах находятся на особом контроле прокуратуры, сообщили в ведомстве.